Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в... чем мы продолжаем играть? Мы продолжаем играть в Ведьмака 3. Так, ладно, раз такое дело, охота за сокровищами у меня стоит второстепенным. А с другой стороны, почему нет? Почему не сгонять на это, на снаряжение школы змеи? Ну и что, что там шестой уровень? Господи, чини нафиг. Ну, шестой и шестой. Сейчас сгоняем, короче, туда. А потом уже пойдем в этот самый. В... ну, как бы... в общем, по основному квесту. Ну, шестой. Сигай, лошадка. Так, тут у нас кто живет-то в этой покинутой деревне? Или тут никто не живет? Она, типа, на той покинутой, что здесь никто не живет. А, так мы же... мы же здесь полуденницу эту, по-моему, загоняли, да? Да, это было как раз тут. Так, ладно, давайте я сейчас сохранюсь. И мы сейчас поедем, хотя, наверное, автосейв будет, но ничего страшного. И мы поедем сейчас отсюда куда? Блин, вот эти бы знаки вопроса еще посетить. Ну, мы посетим обязательно, когда этот, я все-таки хочу бомбочки. Блин, ну получается тут вот сюда, по этому мосту и погнали. Вот, давайте вот сюда тогда. На мост плакальщицы. Вот. Мост плакальщицы. Так, где моя плотва? Плотва. Не смотри на меня, на. Так, и теперь, соответственно, погнали мы по этому. Кстати, как-то странно. А как он мне тропинку проложил? Мне сейчас явно направо. А, ну он мне, видимо, через вот этот вот мост. А я хочу по этой стороне пройти. Так, я хочу все-таки вот там проехать. А я сегодня получу пэры-пэ-пэм, пэры-пэ-пэм. Так, 200 метров осталось. А где ж тут этот... где ж тут этот, а, этот? О, новая отметка мельница. Блин, кстати, большая мельница, должен вам сказать. Что ж тут за этот, за доспехи? Кто ж их охраняет-то? Медальон дрожит. Это место силы. О, это место силы? Еще место силы? Так, если так дальше пойдет, то мы нафиг все места силы захватим. Опасность. Число слева от шкалы здоровья противника показывает уровень вашего врага. Если число красное или рядом с ним появляется значок черепа, ваш враг значительно сильнее вас. Ай, призрак мазафака. Так, вот знаете, чем хреновы призраки? Тем, что, короче, с ними этот самый. И с ними надо драться только путем... так, тап. С ними надо драться только под знаком Ирдан. То есть повесили Ирдан и поехали его нарезать. Вот то, что я сейчас вне Ирдана это делаю. Фак, фак, фак! Что ж ты так меня покромсал? А я же не сохранился-то. Блядь. А я же не сохранился-то. Вот обидно, а. Вот обидно. Я же не сохранился перед этим призраком. Тяжело его будет кромсать. А, не, я сохранился. Тут автосейф, видимо, был. А, так. Ладно, давайте сейчас смотреть. Инвентарь. Меня интересует глоссарий бестиарий. Чё у нас есть? Духи и призраки. Ну, я так понимаю, вот это масло против призраков. У меня имеется такое? Или нет? Как посмотреть? Как посмотреть? Не убьешь. Костя, ты меня недооцениваешь. Я сейчас заморочусь, и мы его убьем. Так, масло против призраков. А ну-ка, алхимия. Блин, аренария не хватает чуть-чуть. Ну, там всего 10%, но в целом... сейчас восстановим этот и повесим Ирдан.
А ну иди сюда в ловушку. Да скотина, нет уж хренушки. Ирден. Отскок. Так, мне теперь надо арт повесить. Не, ну мы ему чуть-чуть хпшки сняли-то. Просто мне надо теперь вот этот вот квен, то есть. Так, теперь мне надо квен переместить на Ирден. Поменять. Тут главное все по таймингам делать. Вот, вот сейчас вот я тайминг вообще просрал. Хотя на самом деле, я смотрю, мы его и без всяких тай, без всяких квенов, фигенов рубим нормально. Так, а ну-ка ласточка. Угу. Ласточку, и мы ее заедим чем-нибудь там хлебушком. Сейчас мы тебя. Так, отскок от этой херни, отскок от этой херни. Отскок! Блять! Ну ёбаный ты Геральт, а! Да что ж ты за... Ну пол хп-то уже сняли, ёпти! Блин, отскок, да ну мать его! Ну мы им больше половины сняли, сейчас убьем, сейчас убьем. Херня вопрос, сейчас убьем. Убивает с трех ударов. Ну и херли, а мы его с двух, значит, убьем. Да блин, если бы у меня знаки, сука, быстрее восстанавливались, им бы цены не было. Так, ну ладно, я не буду сейчас заморачиваться с этим сраным аардом. Мы сразу в бой пойдем, вот так вот. Да шо ты, блин, ты пехаешься-то? Да ну твою мать! Вот знаете, в чем косяк? В том, что он когда... Ну, в смысле, он или она, кто он там? Она, оно, они. В том, что это, короче, шляпа, когда выпрыгивает. В общем, когда эта шляпа выпрыгивает, она по дефолту у тебя за спиной оказывается. И плюс она наносит как бы серией три удара. Вот же, блин, собака. Нормально мы так сейчас этот знак-то кинули. То есть тут надо вот именно... Блин, факт. Да фак, фак, блядь. Да, блядь. Да, Игрик, ты сра... Да ебучая, по кнопкам хрен попадешь. Опять пол хп сняли, сучка. Уже шликается, что не знак, то ар, да. Пусть будет так. Блин, ну это интересно было. Не, я ее хочу зарубить. Это, ну, конечно, уровень сложности чувствуется. Прям хоть масло вешай. Да ну ты охерела, блин. Да ну нахер. Давай, давай, ебашь, ебашь, Геральт, Геральт, давай, ты ж ведьмак из Ривии, вся херня там. Где эта срань? Куда эта срань делась? Ну, здрасте. Так, ладно, я силу зачерпну, вы не против? Мощь знака Игни увеличена. А куда она делась, блин? А, она, видимо, в склеп ушла, да?
Так, а этот склеп открывается здесь вот этой херней. Сокровища под охраной. Не, ну нормально ж, чё, подрались, нормалёк. Да, вот она, эта хернешка. Сейчас мы ее внокаутируем. Да какого хрена мой знак, блин? Да твою мать, ну Геральт, ну ты уебан просто, мразотный. Какого хрена у меня слетела, блин, броня? Откуда теперь сохранение? Вот же сука, а, мразь тупорылая. И небось сохранение теперь... А, нет, сохранение отсюда. У меня же был наложен этот сраный квен. Он же у меня был наложен. А, вот он скастовался. Так, опять кастуй. Отпрыг, распрыг. Да ты охерела, блин! Так, он квен с меня сорвал. Вот эти вот ее телепор... Да ну нахер! Квен! Блин, ты вот пока его скастовал, она уже тебя ударила 5 раз. Мудак. Обоссы, что твой. Геральт, ты не Геральт, ты не ведьмак, ты обоссышь. Ну, мудозвон, блин. Ой, господи, так, ладно. Эпичный бой с полуденницей сейчас. Но мы, главное, очко силы зачерпнули. То есть можно будет сейчас доспехи взять средние. Или что-то я там еще хотел. Квен. Почему я арт квеном называю, не знаю. Ну быстрее, быстрее! Да ну какого хера ты пропустил удары? Мудозвон тупой. Отпрыг. Пошел на Ярева. Отпрыг. Пошел на Ярева. У меня квен. Атас. Атас. Сосай, лалка! Кто там говорил, что я не убью? Кто говорил, что я не убью? Кто говорил? Где ты там, Костя? Что, спать ушел, да? Небось, по-любому свалил. Я уже не убью, не убью. А я взял и убил. Он, кстати, кавалерийские перчатки. Сейчас позырим, что за перчатки. Блин, тоже первого уровня перчатки валяются. Или, я не знаю, или тут специально предметы выпадают. Так, ну, а они, кстати, какая броня идет? Средняя броня, да? Так, ну ладно. Вот он, чертеж этого сраного школы змеи, гребаного Васечки. Так, где эта книжка? Мастеру ведьмачьей школы змеи. Мне, кстати, школа змеи-то она... Я ее не буду брать. Ведьмачьей древности, снаряжение школы змеи, задание выполнено. О, а что там мне выпало? Стальное оружие, но, блин, оно фиговое. На самом деле, ведьмачий серебряный меч у меня страдает, но у него еще 45%. По уровню предметы выпадают, понятно. Я, честно говоря, ожидал, что... Немножко все поинтереснее будет. Так, конечно, как-то оно... Так, конечно, оно как-то стрёмненько, должен вам сказать. Ну, зажги эту хрень. А, ладно, пофиг. Не, ну реально это стрёмно. Я думал, можно найти как бы этот сразу крутой предмет. Потом его... Ну, хотя, с другой стороны, зачем мне находить, если я первого уровня? Так, блин, вы вообще цените фишку? Я до сих пор, мать его, первого уровня. Мы еще не вкачали вообще ничего. Так, я что хотел? А, каждый элемент среднего доспеха. То есть, если я хожу в сете средних доспехов, то у меня там скорость восстановления энергии и мощь знаков. Слушайте, давайте возьмем школу Грифона, будем ходить в средних доспехах.
А почему нет? Да, я действительно хочу взять школу Грифона. Очень даже хочу. Мне вот это нравится. Вот у меня средний доспех. Я, правда, не знаю, мощь знаков плюс 4%. А вот этот доспех какой? Вот этот доспех легкий, а вот этот средний и этот легкий, да? А у меня есть среднего доспеха? То у меня есть средний доспех. Слушайте, давайте пока оденем вот эту штуку. А вот ботинки у меня, к сожалению, пока только такие. Ну ладно, с другой стороны, зачем этот самый, когда вот у нас есть тут броня плюс 13, да, правильно ж? Пока, в принципе, это несущественно, я думаю. На первом уровне. Потом мы, конечно, заморочимся и будем ходить уже конкретно в средних доспехах. Это место силы. Отсюда изливается мания. А я еще могу зачерпнуть еще одну очко? Не, я могу только Игни апать. Ну, этот Игни мне, он как бы нафиг не нужен. Так вот, я сюда, собственно, чё припёрся? Я ж сюда припёрся, чтобы этот... А ну-ка, чё я сюда припёрся? А, так я ж квест тут выполнил, ёптить. Это ж мы взяли вот этот вот сокровище под охраной, да? Так, а ну, давайте посмотрим, чё у нас ещё в допах осталось. Собрать множество карт? Ну всё, теперь мы прям все допы, которые только были у нас, мы их выполнили, поэтому... Тут уж я уж не знаю, тут уж только бежать. Просто меня смущает то, что там за этой Йеннифер бежать, по идее, надо. Вот смотрите, это вот вообще как вот. Вот смотрите, а, ну тут не написано, какого я уровня должен быть, да? Ну, по идее, пятого же там были что-то квесты. Пятого уровня, еще как-то. Я не знаю. Так, ладно, наверное, побежали тогда туда. Почему нет? Шевелись, плотва. Как он мне тут маршрут прокладывает? Ну, он мне как-то странно маршрут прокладывает. Я, пожалуй, вот сюда поставлю. Тут вот знак вопроса можно посетить. Потом вот еще здесь знак вопроса. И потом мы придем, собственно, к сирене и крыжовнику. Наверное, мы сейчас так и сделаем. Поэтому побежали. Не будем особо выпендриваться. Тут где-то знак вопроса, да? А, ну это, видимо, вот эти вот... Ох ты, блин, и залез! Так. Не, ну кто так прыгает? А ну накостыляй этому утопцу. Утопец готов. Охапку дров. Ну теперь с утопцами, конечно, легко будет. Так, подождите, тут же знак вопроса где-то был. А ну где еще утопец? Где-то ж тут был. Спрятанное сокровище. Так, спрятанное сокровище — это хорошо. Ключ чего-то там, какой-то ключ. Так, ключ — это тоже хорошо. Я так понимаю, вот тут внизу где-то, да? В тени морской. Ага, вот он, видимо, да? Вот он, видимо, этот сундук. Вот это вот, да? О, пропитанные кровью серебряное ожерелье с янтарем. Знак чего-то там еще, знак. Кемерские ценности, появился квест. А, так это еще не все, слушайте. Что тут еще? Может, еще? Может быть, и еще что-то есть. Вон плотва там. Ага, вон еще сундук. Тут там чувак валяется. Дохлый. Или я там что-то красненькое видел? Вот чертеж какой-то еще взяли. Так, ну это еще не все. Когда ты все собираешь, оно как бы так этот самый. Оно как бы так помечается, ну, таким сереньким, что типа ты все собрал. Нет, а тут что-то оно не пометилось. А где же здесь? Может, где на берегу? Нет, вроде бы нет. Где же она? Блин, надо пособирать вот эти все травки, чтобы они не отсвечивали. Что здесь?
какая-то шляпа есть? Ну, я нашел тут. И сундук, и все. Может, тут под мостом что-то? Нет, вроде бы. А, книгу прочти, говорят. Точно, как я не догадался. А так, а где книга? И ключик, да? Темерские ценности, задания дополнено. Так, а этот с карты, зараза, не исчезает. Может, теперь я смогу эту штуку достать? Не, ну тут определенно есть, но это вроде бы травка какая-то или что. Не понимаю. Плотва стоит. И вот какая-то травка. Этого нельзя обыскать, да? Блин, черт его знает, где здесь этот самый. Вроде книгу прочел. Ну ладно. Хотя странно. Тайник с ценными вещами, да? Вроде как, по идее, должны мы... Этот самый, может, я что-то упустил? А ну-ка, доп. Задание. Охота за сокровищами. Прочитать найденный, найти темерский клад, используя ведьмачье чутье. Сделай задание активным. Так, а ну вон оно где. Ну ладно, черт с ним, погнали туда. Так, сколько там, 200 метров? Нет, 200 метров я, пожалуй, на плотве побегу. Плотва. Эй, плотва, плотва, блин, там застряла. Окей. Ладно, пробежимся пешком, ничего страшного. Ладненько, ребятки, я, пожалуй, тогда на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.